Тарабуду будаба, раджу буджу будаба, чарабуджу буджум, лачу буджум, чари бибам, лачу пуру бучу бутам джудам, лача пачум, чари биджи бидум, лачу бири бидум, дараб чу чу буджум, тап чурум, дари бири бидама, лап чурум, джари биби бибу. Чай барай пари биби бибабам, рап-па-па-па-па-ра-пум. Мой хороший знакомый Николай Иванович Домрачев в наше непростое время, когда мы сидим на самоизоляции, рекомендует кухонную терапию. То есть как мы тут можем защищаться. Кухонная терапия в обычный период жизни. И я позволю себе прокомментировать его рекомендации, которые, естественно, он дает всему простому народу для того, чтобы он мог противостоять на самоизоляции с помощью самопомощи, помочь своему здоровью. Итак, слушаем. Самые простые советы оздоровления организма человека, осуществляющего свою нормальную жизнедеятельность. То есть это небольшой даже цикл будет. Первое. Поддержание наилучшей работоспособности своего организма может только поддержать смысл и крепкое желание жить здоровым образом жизни. То есть человек понимает, что такое жизнь, для чего она ему дана, стоит ли ее ценить или нет. Вот когда он все это поймет, то тогда он начинает заботиться о ней. То есть в первую очередь это отказаться от тех привычек, которые явно вредят здоровью. Курение, алкоголь, различные синтетические напитки, искусственная пища. Искусственная пища это подразумевает, что, допустим, сочетание там вот типа в торте и крахмалов, и жиров, и, значит, и белков. И сахаров, и все это вот так вот смешано, что в результате получается, да, она вроде как на вкус хорошая, там, где-то там, аж приторная. А что касается для здоровья, она не подходит. Естественно, наркотиков, любых иных злоупотреблений, которые, интересно, он тут написал, в том числе с воздействием на центры удовольствия. То есть удовольствие можно получать от разного рода вещей, которые несовместимы, тем не менее, с понятием здорового образа жизни. Например, там курение различных вот этих вот там смеси, ну и прочее, прочее, прочее. Второе. Уважать, любить и беречь окружающий нас мир. Эта рекомендация напоминает рекомендация Порфирия Корнеевича Иванова, который говорил: люби природу, не ругайся в природе, не харкайся на землю. Но вообще-то эта рекомендация уходит глубоко-глубоко в древность. Человек, понимающий, что он частица всего вот этого целого мира, что он должен вести себя в этом мире подобающим образом. Вот когда вот это доходит до человека, естественно, тогда он начинает уважать, любить и беречь окружающий мир. Третье. Уважать, любить и беречь свой организм. Прекрасная рекомендация, казалось бы, такая бы, говорит, ясная. Но тем не менее, когда человек начинает понимать, что его тело, его организм есть инструмент для того, чтобы душа выразила себя в этом мире, смогла накопить какого-то опыта, что-то там такое сделать полезного для себя и для окружающего, вот тогда человек начинает, значит, ухаживать за своим организмом. Четвертая рекомендация. Один раз в месяц восстанавливает функциональность органов зрения. Для этого Николай Иванович рекомендует использовать отвар меда. Из расчета 1 чайная ложка меда на стакан кипятка. Варить 10 минут, затем использовать тканевый, желательно из льна, компресс. А я бы тут, знаете, посоветовал бы не из льна компресс, а все-таки из хлопка. Лен охлаждает.
зрение функция вообще горячая. Поэтому, если воспаление, другое дело, льняную тряпочку прикладывать глазам. А если, допустим, его нету, а вот чисто профилактически это все делается, то лучше, на мой взгляд, использовать хлопчатобумажную из хлопка. Значит, затем тканевым компрессом отвар комнатной температуры на закрытые глаза в течение ночи помогает зрению. То есть, вот это вот компрессик делается. Смотрите, что тут интересного. Почему? Почему вот именно берется мед? Мед сам по себе, это в первую очередь субстанция горячая. Важно понимать, что зрение это все-таки, как бы, согласно терминологии древних целителей, это функция огненная. И для того, чтобы ее поддерживать, естественно, надо применять такие вот вещества, которые бы обладали этим. И вот мед очень мягенько этим всем воздействует. Плюс мед вообще-то это уникальная субстанция. Представьте себе, вот из воздуха, почвы, климата, растений, вот это вот все это суммируется, энергетика, которая в конце концов выходит в виде цветка. И, ну, в виде там материально, это там пыльцы, там что там, не меда, а этой субстанции этой сладенькой, нектара. И вот пчелка ее собирает. То есть она, мед это субстанция, как бы сказать, воплощающая все стихии, которые в данный момент времени наблюдаются на этой местности. Это очень интересная вещь. И вот мы-то ее используем для своего оздоровления. Важно понимать. Но еще подчеркну, что это теплая субстанция, которая как раз будет добавлять энергетики. Мы все говорим об энергетике, но мало понимаем, что это такое и как она действует. Энергетики для того, чтобы функция зрения была нормальна. Плюс теперь, что у нас? Смотрите, глаза... они контачат с окружающей средой напрямую. То есть постоянно идет агрессия каких-то бактерий, грибков, микроорганизмов, пыли, всей этой ерунды. И наши, значит, вот, слезы – это удивительная жидкость, которая все это дело должно обеззаражить. Мы знаем, что в меде ничего не размножается. И тем самым, когда мы используем мед, субстанцию медовую, тем самым мы еще помогаем нашему зрению, глазу, бороться от вот этих всех вредоносных бактерий. Это очень интересненько так, видите? Ну и компресс делается, видите, в течение ночи. Опять-таки, варится 10 минут. Вот варенье в течение 10 минут. Тут, конечно, такая интересная рекомендация, что, конечно, это уже не мед будет, а смесь каких-то сахаров. Вот возможно, возможно. А если использовать не варенье, а просто-напросто взять вот эту вот чайную ложечку меда и растворить, значит, такого хорошего меда, однолетней выдержки, будем так говорить, свежего, и растворить в воде, температура которой будет примерно градусов 40. Для того, чтобы мед сохранил все свои активные свойства. И, возможно, вот это будет лучше. Но в любом случае можно попробовать как тот вариант с вареньем меда в течение 10 минут, так и тот, что я вам сказал. И вот это вот, когда компрессик этот, значит, накладывается, естественно, спать-то не так-то будет просто, но, тем не менее, можно будет спать. Вот это все подпитает наш глаз, орган зрения, и будет помогать зрению. Я тут согласен с Николаем Ивановичем. Далее, он советует функциональность органов слуха поддерживать. Для этого закапывать в ушные отверстия по одной капле свежего сока репчатого лука. Репчатый лук. Знаете, вообще орган слуха – это... интересная вещь, но я бы, знаете, остановился даже не столько на органе слуха, а как на слуховом канале.
Оказывается, через, вот у нас, смотрите, через нос выделяются там сопляки, через кожу выделяется пот, через, значит, мочевой канал там выделяется, значит, у нас моча, какие-то отходы, выделяется, допустим, через кишечник, значит, кал. А вот интересно, что вот, грубо говоря, из головы и какие-то выделения у нас происходят. И вот эти выделения идут частично через слезный канал и носоглотку, а частично какие-то особые в виде вот каких-то сернистых таких отложений, выделений, вернее, они идут через слуховой канал. И вот со временем, естественно, в пожилом возрасте происходит закупорка слухового канала, так называемые пробки ушные, которые начинают препятствовать нормальному слуху. И вот тут, значит, по одной капле свежего сока репчатого лука, я думаю, что с одной стороны будет как-то это дело очищать, прочищать, и второе, и дезинфицировать, потому что очень часто вообще-то наблюдается инфекция в там, средней мухе, которая идет через слуховой проход. То есть интересная рекомендация. Далее, функциональность носовой полости. Значит, это и гайморовых пазух в том числе. Значит, что советует Николай Иванович? Закапывать в каждую ноздрю по одной пипетке, чтобы вытекала в рот смесь из одной части свежего сока столовой свеклы, полчасти растительного масла и двух капель чеснока. То есть, смотрите, что мы сделаем с вами. Мы с вами берем столовую ложку сока свеклы, пол столовой ложки растительного масла, все это смешиваем между собой, добавляем туда две капли чеснока и все это перемешиваем. То есть, я так думаю, что это мы готовим непосредственно перед применением. Что говорит Николай Иванович? Процедура чрезвычайно эффективная, но отдельными людьми тяжело переносится. У нас все индивидуально. Поэтому в начальный период смесь рекомендуется разбавлять водой. То есть возьмите, разбавьте напополам с водой. А процедуру выполнять перед выходными, то есть раз в неделю, чтобы за эти дни восстановиться. То есть это идет хорошее обеззараживание, значит, носоглотки, возможно, это будет и гайморовых пазух, и так далее, и так далее. Хроническая заложенность легко устраняется промыванием носовой полости водным раствором поваренной соли и сульфатом магния. Их пропорцию и концентрацию лучше подбирать индивидуально. Теперь смотрите, я вам долго хотел рассказать о нюхательном табачке. То есть вот эту вот процедуру вы можете заменить использованием нюхательного табака. Делается она просто. Вот я ее купил. Коробочка с нюхательным табачком. Вы берете зубочисточку. Вот, видите сколько? Это даже много. И только вдохнули в нос. Это древний народный метод оздоравливания носоглотки. Видели, какую я взял порцию нюхательного табака? Очень и очень маленькую. Много не надо. Достаточно этого. Фитонциды табака очень мощно воздействуют. И, естественно, они... И плюс там летучие вещества и ароматические вещества есть, которые обладают выраженной особенностью, вот, особенно табака. Вот как-то мы остановились на том, что табак только курит. Оказывается, табак это вообще очень мощное средство против разного рода микроорганизмов, разного рода паразитов. Мух он не терпит. Поэтому небольшие дозы, когда мы вот так вот употребляем, мы меньше будем болеть с вами простудными заболеваниями, гайморитом и так далее и тому подобное. Прекрасно пробивает нос и так далее.
Я узнал об этом от другого своего знакомого. Вот видите, приобрел, у меня не одна, а там несколько. Регулярно применяю и очень-очень доволен. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.